Друзья, приветствую вас на нашем YouTube-канале. Сегодня рано утром вся страна узнала о том, что отменен концерт известного российского певца и музыканта Дмитрия Маликова, который должен был состояться 8 марта. На данный момент сам певец в своем инстаграм-аккаунте сообщает о том, что он госпитализирован в больницу. Дорогие друзья, несколько дней назад на отдыхе я простыл, у меня есть подозрение на воспаление легких. Пришлось отменить свой концерт, и сейчас я нахожусь в больнице. Я надеюсь, что концерт состоится до конца этого месяца. Оставайтесь с нами, друзья, мы будем держать вас в курсе всех событий, будем надеяться на то, что певцу Дмитрию Маликову окажут хорошую медицинскую помощь, и с ним все будет хорошо. Вы только не переключайтесь, иначе вы не узнаете все правды из российского шоу-бизнеса. До скорых встреч, друзья, будьте всегда с нами, будьте всегда рядом на нашем YouTube-канале.